чего бегают, непонятно. Всем здравствуйте. Поехали мы с вороном на фотоохоту. В общем, ходит. Пока я разглядел 5 штук. Так, вон там точно вижу, что рогатый. Так, это вроде коза. Но это скорее всего коза с сигалетками. Еще вон он там должен быть. Так, в общем, нам интересен вот этот экземпляр. Сейчас попробую краешком подойти, если получится. То, что ворон прям рядом привязан. Попробую пофотографировать, может. Чуть-чуть вперед сдвинуть. Так, может он сейчас выйдет. Сразу посмотрим, этот экземпляр или не этот. Но, по-моему, судя по отросткам, этот. Ветки мешают. Не знаю, в общем, как видно. Вот. Два. Вот тут получается их 4. Восьмой. Катики.
общем, просидел я, наверное, уже тут почти минут 40 с ними. Козы куда-то влево в кусты ушли. Осталось вот три козлика, два сиколетка и папка ихний. Не стемнело, сейчас уже через, наверное, минут 40 стемнеет. Надо нам еще проехать, поглядеть. Не сдалека оказалось это такой трофейный экземпляр. А рога так себе. Да вот этого вот, наверное, я не знаю, метров сколько тут? 50, ну это тех метров 70. Вот так довольно симметрично смотрится. Ку-ку. Не, говорит, мы его знаем. Эй! Эй! Ай дайте, говорит, я знаю короткую дорогу. Вот так вот, зверь есть.